У меня нет гордости за то, что мы сделали. Я хочу скрестить сферу обучения рок-концерт. Я хочу бегать с голым торсом, с татухами, с длинными волосами и качать. Все говно, это просто не работает, это жесть. Это абсурд, это бред, так нельзя. 1000 человек заходит, 1000 человек умирает. Вы вообще о чем? Алло, по щекам. Для меня это кайфово, мне это нравится. Да все же зашибись, все хорошо. Интервью с Петром Осиповым получилось благодаря зрительской поддержке. В одном из эфиров я сказал, что неплохо бы записать интервью с ребятами из БМ, но у меня нет контактов. И уже через 2 часа у меня был телефон Петра. С этим мне помог наш зритель Виталий, за что ему большое спасибо. Я понимаю, что добро не должно оставаться безнаказанным, поэтому с удовольствием прорекламирую его бизнес. У него интернет-магазин мужских сумок и прочих аксессуаров, поэтому если выбираете подарок себе или своему парню, звучит немного двусмысленно, конечно. Переходите, в общем, по ссылке, которую мы оставим в описании, плюс вот здесь подсказки, тем более, что по промокоду French TV у вас будет 15% скидки. Ну, теперь давайте смотреть интервью. Кстати, большинство фото и видео, которые мы использовали на монтаже, из личного инстаграма Петра Осипова. Приятного просмотра. Я только что интервью брал у Олега Дорбусова и спросил у него, о чем было бы интересно пообщаться с Петром Осиповым. Он сказал, ну, Петя сейчас больше про защиту дикой природы и про спорт. Хотя, как добавил Олег, мне кажется, он немного прибухивает. Я? Да. Прибухиваю? Да. Так что сам решай, о чем мы будем говорить, об алкоголе, о спорте или о диких животных. Об алкоголе можно поговорить, да. Но только я уже достаточно давно не пью вообще, включая даже кофе. Потому что это цикорий. Это цикорий. Олег же тоже не пьет. Вы в этот в клуб входите каких-то? Нет. Мы в разные клубы входим, но мы выступаем часто вместе. Вот, но... Подожди, а как вот то, что ты не пьешь, связано с твоим инстаграмом, где ты регулярно танцуешь, и даже в одном видео я видел, облизывал руль своей машины? Да. Но это что, обязательно для этого пить? Я это начистую делаю. А танцую я в основном на тренировках. Хорошо, давай отвлечемся в сторону все-таки дикой природы. Олег мне сказал, что ты один из крупнейших или даже крупнейший частный инвестор в эту всю историю. Да. Ты им стал, потому что хотел добиться такой цели, или это получилось? Нет, это случайно получилось. Случайно получилось, потому что все остальные инвестировали слишком мало. Да, именно поэтому. Что это для тебя? Почему ты начал этим заниматься? Для меня это радость большая. Мне кажется, что ну, ты деньги зарабатываешь, допустим. Вот у тебя есть квартира, у тебя есть машина. Ну вот, ну что дальше? Ну, типа, вот мне предлагают Феррари купить. Вот сегодня надо было ехать. Такую Феррари какая-то 450, по-моему, из 90-х, вот которая на турбо была такая. Не знаю. То есть я могу ее купить, я могу не купить. Вот мне как-то ровно. Будет клево, не будет. Ну, у меня другие есть машины. Как бы какой-то уровень закрыт. И. Понимаешь, нормально, когда человек растет, например, что он родителей в ресторан приглашает, или что он их куда-то отвозит попутешествовать. Это, мне кажется, это здоровое проявление здорового человека. То есть иметь цель вовне себя и своей компании, своей страны. Вот для меня такой целью стала защита животных. Почему? Так случилось. Во-первых, потому что фонд, те, кто занимался управлением привлечением частных инвестиций из фонда ВВФ, пришли к нам учиться просто-напросто. И много раз учились, и собрали... Первый миллион долларов частных инвестиций участь у нас в России. А то есть вы их научили собирать эти инвестиции? Ну, не то, что мы их научились. Они, занимаясь внутри, сделали это, проходя множество программ. Это их заслуга. Да? Мы дали им всего лишь платформу для этого. Так я вовлекся. И однажды я просто увидел человека, который журнал Times называет героем планеты. Это Павел Фоменко, который руками лично задержал более 200 браконьеров. Это вот такая вот глыба с зелеными глазами добрыми, который... Ну вот, ты понимаешь, что, в принципе, он может тебя съесть, если надо будет. Он не будет этого делать, скорее всего, но он может. Я не знаю, могу ли я съесть человека, он может, мне кажется. И он говорит, ребят, вот 2 миллиона надо, иначе там, типа, столько-то тигров умрет. И меня настолько поразило, это было в Метрополе, насколько он просто встал на колени перед людьми, абсолютно не потеряв свое лицо. Вот, то есть для него вот это вот унижение, стоять с протянутой рукой, он говорил, да, вот у нас такая ситуация, нам надо то-то-то. Я к нему подошел и говорю, давайте я вам закрою этот вопрос. Я увидел крутого человека, который за этим стоит. Хорошо, потом мы сделали эту первую часть, спасли там какое-то количество тигров, там была сложная ситуация зимой. И потом я туда приехал, чтобы посмотреть, как это выглядит в реальности. И все, и меня засосало. Потому что когда я, понимаешь... Как это выглядит? Как это выглядит? Это выглядит то, что ты приходишь в лес,
с 200-летними кедрами, и вот огромная площадка, и она вся выпилена просто. Вот ее выпилили и просто браконьерским способом оттуда эти дерева вывезли. И ты понимаешь, что это уроды. Как бы это больно, это несправедливо. И ты понимаешь, что ты можешь эту ситуацию решить. И когда ты там смотришь на вот этой вот выпиленной территории, откуда браконьерским способом вывозят это дерево, во мне лично просыпается чувство сделать так, чтобы этого не было. И ты плачешь, ты там стоишь и плачешь. Когда ты начинаешь в этом копаться, ты понимаешь, кедры спилили, выпадет снег, вместо 5 сантиметров снега будет 15, кабан, который бежит по 15 сантиметрам снега, умрет, он не найдет добычи, умрет кабан, умрет тигр и так далее. Вся трофическая цепочка, так называемая, разрушится. Потому что тигр — это не просто тигр, это признак того, что вся территория под тигром жива. То есть спасение диких кошек — это не просто спасение красивых животных. Это спасение, это обозначение, что вся территория жива, на которой обитает тигр. Есть американское исследование, вы на одном острове истребили всех волков. И пересохли реки на этом острове. Потому что цепочка взаимодействия между, ну, организмом, природой как организмом, она очень тонко устроена. Вот. Но я, понимаешь, там такая ситуация, что там типа мужики, которые ездят задерживать браконьеров, у них выбор. Купить деталь себе в старую Тойоту или купить патроны, например. И ты, да, ты можешь рассуждать красиво, что там государство должно этим заниматься, что это несправедливо и так далее. Но я не знаю, к чему это приведет. Ты можешь взять как бы и сделать это. Но это будет совсем другой результат. И мы начали вкладываться, и мы начали смотреть, что от этого происходит. И сейчас мы занимаемся тем, чтобы обустроить целый 1 000 000 гектар там на Дальнем Востоке. 1 000 000 гектар. Это очень большая территория. И сделать так, чтобы эти территории заповедные, они зажили. Чтобы туда нормально приезжали туристы, не браконьеры. Нормально оставляли там деньги, чтобы эти деньги шли на защиту этих территорий. И я не знаю, для меня это кайфово. Мне это нравится. Чем ты не гордишься в своей жизни? Всем, кроме того, чем горжусь. Ну, чем я могу гордиться? Я не знаю. Компания, например. Ну и чего? Ну, компания, я не горжусь компанией. У меня нет ощущения, что мы нереально какие-то крутые. У меня есть ощущение, что мы там не добрались до 1% своего потенциала. Это правда. У меня нет гордости за то, что мы сделали. У меня есть ощущение, что это хороший первый шаг. Но ощущение, вот, что я горжусь там обязательно тем, что мы сделали к данному моменту, у меня этого нет. Ну, то есть чувство нереализованного чего-то? 100%. Это в чем выражается? В деньгах, в людях? Это в качестве продукта, опять-таки. То есть для меня главным мерилом является качество продукта. Ну, продукт же для кого-то делается, а не для просто... людей, да. Вот качество продукта, но да, он делается для людей, с одной стороны. С другой стороны, есть ощущение художника от того продукта, который он делает. И художник, со стороны ты смотришь, и тебе кажется, да все же зашибись, все хорошо. Но внутри ты понимаешь, как бы, как ты можешь сделать. Ну, то, что ты сейчас делаешь, это мало, это плохо по дизайну часто, это плохо по структуре, по многим вещам это проигрывает. То, как будет выглядеть там, есть один из тренингов метаморфозы, там, например, у нас. Это тренинг как раз по личностному росту, который мы запустили в этом году, который мне очень нравится, мой фаворит сейчас. Но то, как он может быть, это вот... То есть я хочу скрестить сферу обучения рок-концерт. Вот чтобы люди... Ну, сейчас вся сфера обучения, она такая более бизнесовая немножко. То есть, когда там люди прыгают или что-то делают, это как-то нелепо смотрится немножко. Ты между концерт и Тони. У Тони это как-то окей вообще еще. То есть, да? Но в целом контекст такой обучающий-семинарский. Да? Вот. А мне хочется изменить контекст. Мне хочется, чтобы это было ближе к транс-вечеринке. К рок-концерту, на котором учат. По стилю, по имиджу, по ощущению праздника. Я ненавижу, когда во время обучения скучно. У тебя это пока просто как картинка атмосферы в голове или есть конкретные уже там элементы, которые создают это? Да, уже вот мы там на инструментах играем. Вот сейчас на... Там есть музыка конкретная? Музыка, да, там танцы, музыка, там группы играют вживую со сцены. Во время этой музыки они что, поют песни о том, как делать автоворонки? На следующий будут петь. Нет, они поют песни про свою трансформацию, каждый выбирает. Ну, это то, что сейчас делают. А, это мотивационная история, да? Да. И я отращиваю длинные волосы же. Я хочу бегать с голым торсом, с татухами, с длинными волосами и качать. Вот эта сфера обучения, то есть она сейчас застряла где-то в 60-70-х годах. То есть флипчарт, вот вся эта эстетика. Кликер, эстетика вот эта вот вся, она устарела, мне кажется. То есть, в принципе, то, что ты делаешь в Инстаграме, это подготовка к этому формату. Типа того.
Да. Друзья, хочу вас познакомить с Валерием Овечкиным. Он номер один в госзакупках в России. По своей версии? По версии мамы, жены и ряда влиятельных изданий. Это самые главные авторитетные источники. Валер, а что на этом рынке происходит? Насколько он большой? Рынок конкурентен, но мы эту конкуренцию умеем обходить. Подписывайтесь на канал. Кстати, канал точно крупнейший в России, канал о госзакупках. Вот да? Это не только по версии мамы и жены, а по версии еще и поиска в Ютубе. Смотрите, друзья, что делает Валерий? Он берет человека, который хочет заработать денег на госзакупках, и он его доводит до результата. Более того, они там на канале проводят сумасшедший розыгрыш. MacBook настроенный специально для торгов в этих госзакупках. Кто знает, тот поймет. Да, Internet Explorer на MacBook это сила. Это сила. Плюс еще курс, собственно, на котором вы научитесь зарабатывать на госзакупках. Все это будет происходить 1 сентября, уже совсем скоро, в День знаний, поэтому срочно переходите на канал Валеры. Ссылочка будет в описании и вот здесь в подсказочке. Надо подписаться на канал, надо подписаться на Instagram Валерия. И в конкурсном видео, которое вы найдете на канале, нужно оставить свою социальную сеть и ждать, собственно, 1 сентября и свой законный MacBook плюс курс, который вас научит зарабатывать. Сколько можно вообще зарабатывать в месяц? Зависит от оборотки, но от 100 тысяч до нескольких миллионов в месяц это вполне реальные цифры. Круто, друзья. Так что бегите, все ссылочки будут в описании, плюс подробные условия. И давайте продолжим смотреть выпуск. Если брать из всех игроков, которые есть на сегодняшний момент, мне кажется, что БМ это самая замороченная продуктом организация. Вот есть разные организации, да, там есть Гриша Аветов, который делает синергию, есть там Дима Портнягин, есть там Сережа Капустин и Дима Юрченко, онлайн-акселератор. Со всеми ними мы в каких-то там находимся в более тесных, менее тесных там отношениях, да. И мы со всеми общаемся, и я думаю, что вот и это подтвердят многие, что вот из всех, ну, как бы игроков на рынке мы наиболее фанатичные с точки зрения продукта. И это имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Какие минусы? Минусы в том, что когда ты продуктовый фанатик, ты менее цепкий, как предприниматель-бизнесмен. То есть ты для того, чтобы быть продуктологом, надо быть романтиком. Надо быть... Свои типа творческие ребята? 100%. Ну, как бы мы 70-80% нашего внимания, оно заточено над идеями и созданием самого продукта. А управление организацией, развитие – это по остаточному принципу. Хотя со стороны может казаться наоборот. То есть Аветов, он, в принципе, не творческий? У него творчество в другом. Он очень сильный, он очень цепкий. Он... А ты не завидуешь, что именно он эту тему так раскрутил, конференции? С конференциями? Да. А не БМ. Вы же могли бы сделать нечто подобное? Могли бы, да. Спикеры вам бы те же достались, в принципе, как и ему. Я так скажу, что мы цель ставили то ли на второй год БМ, то ли на какой, собрать стадион. Мы собрали его в Киеве, так тогда еще было. Легко ездить между нашими странами, никакого напряжения не было, потому что там аренда была стадиона ниже. Мы там сделали. Собрали там под 5000 человек. И на этом мы для себя тему с, как бы, с большим скоплением людей закрыли. Мы делали какие-то конференции, но... Дело в том, что почему не завидуем, ну и на самом деле это правда, потому что ты не можешь делать все на рынке. Ты не можешь делать продукт, ты не можешь делать конференции. Я не знаю, вот Яндексу это удается, правда, да, Яндекс там развивается и подминает там себя. Uber, там, еду Uber перекупил, да, ну вот у них такой профессионализм. Мы в этом плане, опять же говорю по поводу того, что мы фанатики продукта, как о предпринимателях мы о себе особой иллюзии не строим. Операционное управление, организация – это не наша суперсильная черта. Вот. Для того, чтобы делать конференции, для того, чтобы делать такие вещи, нужны совсем другие навыки. То есть нужны навыки более системного организационного ума. Наши навыки недостаточны для того, чтобы заниматься этим как ключевым бизнес-процессом. Впрочем, как и взаимодействовать с тренерами. Вот, например, Синергия, Аветов, там, он умеет взаимодействовать с тренерами. Для нас это, хотя у нас есть тренера, которых 500, да, но взаимодействовать с тренерами звездами, с именами, для нас это очень сложно, потому что наша психика и то, что мы умеем делать, оно с этим не комплементарно. Японский фильм какой-то есть про японца, у которого кафе есть, и он там уже там 50 или 60 лет делает одни суши, и там у него очередь, запись какая-то, у него там стоит 5 или 6 столиков, ему сыну там, я не знаю, лет под 50 уже, и недавно он разрешил ему варить рис, типа. Вот этот японец, он всю жизнь оттачивает приготовление одних суши. Вот мы в этом плане очень напоминаем, наверное, этого японца, да, мы не стремимся, ну, в какой-то момент мы на это для себя поняли, завоевать все про все, мы стремимся сделать свой продукт шедевром,
Вот чтобы он был топовым просто. И это же всегда вопрос выбора. То есть, ну, для меня, по крайней мере. То есть, ты не можешь делать и это, и это, и это, и это. Были такие иллюзии, были такие фантазии, да, когда ты растешь. Там, давайте с этим тренером запустим, давайте с этим тренером. Мы системно и постепенно отрезаем, отказываемся от взаимодействия с этими ветками, даже несмотря на то, что они приносят прибыль. Даже часто они приносят неплохую прибыль. Там, может, 2-3 миллиона в месяц быть с этого продукта. Так или иначе, мы его постепенно закрываем. Потому что мы понимаем, что для нас это отвлечение внимания. То есть мы хотим быть сосредоточены на развитии своей ключевой компетенции. Давай поиграем в одну небольшую игру. Она называется «Моральный выбор». Давай начнем с чего-нибудь попроще. Представь себе, что Тони Робинс умирает, и он выбрал тебя наследником всей своей империи. Но тебе нужно уехать навсегда из России. Пойдешь на это? А, нет. Он, по-моему, зарабатывает 2 миллиарда в год, да, вроде бы? Я и так это сделаю. Я думаю, что я и так стану следующим. Мне так кажется. Следующим Тони? В мире, да. Мне бы это хотелось. Для этого нужно, чтобы Тони умер? Нет, этого не нужно. Потому что Тони крутой, Тони классный. Тони мастодонт, но надо идти вперед. Вот. Его методологии 30 лет назад сделаны. Они до сих пор крутые, они до сих пор работают. Время-то идет вперед. Мы же не пользуемся телефонами, которые мы 30 лет назад сделали. Мы пользуемся телефонами, которые в этом году сделаны. То, что он будет рассказывать 1 сентября в Москве, это 30-летней давности. Это круто. Методология примерно разработана лет 30 назад. Это мое ощущение, по крайней мере, что я слышу, там, пройдя все его тренинги. Я являюсь фанатом Тони. Я езжу каждый год на его тренинг в Америку. Фанатом того, что он делает, или фанатом именно контента? Фанатом того, что он делает, и фанатом контента. Он молодец. Ну, то и он крутой. Тут не обсуждаемо даже. Как бы, но я уверен, что можно делать намного круче. Если ты спросишь меня, была ли зависть по поводу того, что появляются там разные новые продукты, которые так или иначе конкурируют. Да, вот это такой вопрос. Я могу сказать так, что в определенный момент она была. То есть какой-то был внутренний застой с продуктами, там что-то не получалось. И на фоне того, что не получается, как грибы начали расти там другие организации и все это вот. И в определенный момент у меня такое чувство было. Раньше, первые 5 лет его не было вообще. Потому что я был там, я и мы были заняты тем, что вот мы занимались своим, как бы все было офигенно, мы вообще не думали. Быть маленьким — это клево. Когда ты маленький и ты борешься, ты не думаешь, большой ты, небольшой, про лидер ты ничего не думаешь. Потом определенный момент такой был. Вот. Потом он снова ушел. Потому что я для себя абсолютно четко понял, что, ну, по-хорошему, вот если по чесноку говорить, то количество обучающих организаций должно быть в России где-то больше раз в 1000, наверное. Вот если будет в 1000 раз больше таких организаций, то рынок очень сильно вырастет. Очень долго БМ был таким местом, которое вообще конвертировало людей в бизнес-обучение. То есть мы привлекали много трафика, конвертировали, люди обучались, зарабатывали какие-то деньги. После этого они выходили, мы не могли удовлетворить дальше их потребности. То есть дать им какое-то бесконечное, да, развитие внутри своей системы. Но мы выпускаем в год там по 20 тысяч студентов, которые прошли наши живые программы. Действительно, когда американцы смотрят на нашу модель, они говорят: дебилы, вы 20 тысяч человек отпускаете вот так каждый год. Мы понимаем это. То есть в России же в целом очень скептичное отношение к развитию, к тренингам. Там, у нас все гордятся, там, типа, я нигде не учился, вот я такой практик, да, охренеть. Своеобразный повод для гордости, потому что наиболее развитые страны в мире – это страны с наиболее развитым рынком обучения. Так или иначе. Например, там, одна из наиболее развитых европейских стран в плане бизнеса – это Нидерланды. Это лидер в мире по количеству бизнес-консультантов на человека. Да, я не говорю о США. США в том числе. США – это топ. Япония, экономическое чудо, сделала на фоне развития бизнес-обучения также, которому прилагал свою руку Эдвард Деминг в том числе, который ввел вообще понятие статистической модели на предприятиях. Сегодня появляются другие организации, которые тоже эту функцию выполняют. Там, например, взять же тот же Synergy Forum, например. Это супер. То есть это вот много тысяч людей, которые вовлекаются в тему развития. Вы там ни разу не выступали. У Гриши четкая позиция, чтобы конкурент. Вы дружите в жизни? Мы не друзья, мы уважающие друг друга коллеги, так скажем. То есть мы общаемся, мы вот по пару дней назад на форуме общались. То есть он своеобразный. Притом Олег, например, был на трансформации. Да, да. И да.
Олег тот человек, который сделал большой результат, когда учился у нас, конечно. Ну, вообще, если взять трансформатор, тот же самый. Не трансформатор, а трансформацию, да. Там много выступает наших кейсов. Те, которые нашу школу прошли, и те, которые там у нас выступали много. А вы чем кейсом являетесь? Я вот завтра беру интервью у Андрея Парабеллума. Да. БМ является учеником Андрея? Миша точно нет. Я в какой-то степени... Почему тебя научил Андрей, например? Он задал мне один вопрос, который меня очень сильно меня изменил. Он увидел, как я выступаю на инфоконференции, и говорил: блин, чувак, у тебя все хорошо, все классно, но вот в конце, если бы ты продал, то было бы круто. Я так на него смотрю и такой... Потому что я тогда уже был продуктовый фанатик. А продуктовый фанатик, он плохо с коммерцией немножко. Я такой, ну, он говорит: так, ладно. Ну, типа, он увидел, что разбираться нечего. Он говорит: приходи, я с тобой поговорю. Я к нему пришел. И он такой: какая у тебя цель? Я говорю: ну, типа, я так посчитал свои амбиции. Я говорю: 50 тысяч. Он так посчитал в голове, на меня посмотрел, посчитал, на меня посмотрел, посчитал. И смотрит, что-то не сходится с моим деревенским выражением лица. Он говорит: слушай, говорит, извини, 50 тысяч чего ты имеешь в виду, рублей или долларов? Я такой: рублей. Типа для меня 50 тысяч рублей это было прям, ну, типа я зарабатывал 20 тогда, 20, там, 30 может быть. Для меня 50 это было очень круто. Он говорит: что? Ну он так вот глаза отвел вниз. И я понял, что цифра 50 тысяч долларов и мое лицо сходятся в его голове. Если она в его голове сходится, это значит, что я вообще как-то не так мыслю. Да? Это вообще можно как-то по-другому. И вот этот разговор, он, я думаю, сильно повлиял в сторону вообще изменения мышления и раскрытия. Ну, можно в какой-то степени сказать, но в той же степени, там, что и Радислав Гандапас, например, и некоторые другие мои учителя. Все они в какой-то степени являются вкладом. Сейчас Андрей явно не на вершине инфобизнеса. То есть есть более востребованные бизнес-тренера. Вы можете в какой-то момент повторить этот путь Андрея, когда, конечно, вырастут можно. Какие-то более свежие, более молодые ребята? 100%. И вы станете нафталином? Да, так может быть. То, что происходит сегодня, мне кажется, вот в сфере обучения, оно напоминает примерно 2007-2009 год в русском рэпе. Ну вот смотри, вот есть группа Каста, да, такие вот мастодонты там. Есть группа Центр, там, где там Гуф восходит, да. Есть Баста, который восходит. Есть уже отжившие свое, типа там Bad Balance, Шеф там и так далее, да, которые когда-то были. А сегодня там то, что мы видим, да, на рынке там рэп-сцены, например, это тотальный взрыв. Это там, это Скриптонит, это Фараон, это Фейс. Это Бульвар Депо, то есть это много-много молодых исполнителей, которые, на чем свет стоит, хают всех старых, да, то есть появилась старая школа, новая школа, и это расцвет, это бум, и как бы сопротивляться этому невозможно, этому можно только содействовать, хорошо, что так будет, потому что это в целом говорит о развитии музыки, то есть если не быть за свой эгоистичный интерес внутри, да, за свое величие великое, а смотреть со стороны, то это хорошо всегда. Но, говоря о себе, да, что надо, чтобы этого не произошло? Нужно быть крутым. Нужно не застревать вот, как бы в своем веке, да, не застревать в 90-х, 2000-х. С некоторыми это происходит, с некоторыми нет. Взять, например, Snoop Dogg, да, это чувак, который дружил с Тупаком. Он до сих пор крутой. Понимаешь, есть понятие такой папа, батя, да, который вот на рынке, и это мэтр. Можно сказать, что есть два типа исполнителей, которые теряют с годами. То есть вот они записали когда-то свой самый крутой альбом, потом на нем гастролируют. Божья коровка. Вот я однажды приглашал на выступление группу Божья коровка. Это грустно. Ну да, согласен. Грустно, ну что поделать, ну вот так. Или Guns N' Roses те же самые. Я обожаю Guns N' Roses. Но у них один приличный альбом, ну два. А есть такие группы, как Оззи Осборн. Ну, я был на последнем выступлении, это, конечно, уже было грустно, но если брать музыкальный аспект, то он растет. Или если брать группу Radiohead, то Radiohead с 90-х претерпела серию итераций, они только круче становились. Или брать группу Infected Mushrooms, например, да. И они начинали, первый альбом в 98-м вышел, полный голо-транс, но как они эволюционируют. И вот здесь задача — это не почитать на лаврах своих, да, не застревать в своем веке, в своем стиле, в своей информации, а продолжать движение вперед. Вот в русском рэпе, мне кажется, это с Бастой происходит. Он эволюционирует. То есть это вот сначала Баста успех, потом это Наган, потом это Nintendo, потом сейчас то, что он делает, это вообще это, ну, как бы другой уровень
покрытия масштаба. Я не знаю, что он следующим шагом сделает. То есть для меня был большой страх остаться как бы на уровне, да, типа пацаны, у которых когда-то был успех, и вот они его прожевывают, пережевывают. Для этого нужна смелость, чтобы идти вперед. А для этого нужно оставлять вот старое, то есть просто оставлять, идти вперед. Следующая ситуация. Произошел зомби-апокалипсис. Так. С тобой все хорошо, да. А вот Мишу укусил зомби, и да. Он скоро превратится. Он просит тебя его убить. Да. Ты его пристрелишь или закроешь в клетке, чтобы он никому не навредил? Вакцины есть, чтобы его лечить? Мы не знаем этого. Вот ты находишься в комнате с укушенным Мишей, да. И у тебя есть выбор либо его пристрелить, либо закрыть в клетке. Ты не знаешь, будет ли разработана вакцина, может быть, она уже есть. Не, ну я его закрою, конечно, сначала. То есть пусть он там в муках умирает, да? Ну а нет, я потом посмотрю, как бы, да, сначала так разобраться надо в ситуации. Что там вообще, есть вакцина, нет? Скоропалительных выстрелов делать не буду. Да, сразу, вот сначала как бы там разберемся маленько, ну а потом, ну, если друг просит, то как я могу отказать? Ради него. Ваши личные бренды, как думаешь, со временем могут мешать вам двигаться дальше? Почему? Ну, когда идут на вас двоих. Вы сможете выйти из этой всей истории? Вряд ли. Вряд ли? То есть это прям до конца жизни? Я думаю, да. Ну, типа как Есенин, он не может выйти типа из бренда Есенин. Он Есенин. Пока он не умрет, он будет Есенин. Я думаю, что есть два типа организаций. Вот, ну, вообще для себя я так выделяю, что есть два типа людей. Есть люди, которые умеют строить системы. Независимые от себя. И это их отдельное искусство. Например, наши друзья и там, компания, в которой мы тоже являемся. У нас там есть доля, которую мы купили. Это компания Вилгуд, Барной Шерзот. Ну, это супер, но это крутые люди, чьей ключевой компетенцией является построение человеконезависимой системы. У вас человекозависимая система. У нас человекозависимая система, по крайней мере. То есть у нас есть часть, которая от нас независима. Институт тот же, который Миша построил. Там приличные деньги есть. Как бы он работает и зарабатывает. Но самые большие деньги – это все-таки мы. И здесь в какой-то момент я понял, что нужно не сопротивляться личному бренду, а нужно, наоборот, его развивать. Потому что будущее я вообще вижу, ну, за личными брендами, конечно. Тони Робинс, например, взять. Вот сегодня там, признанный номер один в сфере личностного роста в мире, допустим. Да? Больше него нет никого сейчас. Ну, клево, у него там консультация стоит $1 миллион. Но вот я не думаю, стоит ли что-то компания Тони Робинса без Тони Робинса. Я думаю, что ничего. Хочу ли я построить какие-то вещи, которые будут в системе от меня независимы? Да, хочу. Ту же самую IT-систему. Но я понимаю, что самое ценное – это я и мои мысли, и мой метод работы. И это нормально. И в какой-то момент я, наоборот, я понял, что мне надо развивать личный бренд. Наоборот, надо идти в это смело. Ты и Дашкиев – это дуэт типа Ильфа и Петрова, Ослика и Шрека или Бонни и Клайда? Я не знаком со структурой взаимодействия Ильфа и Петрова, и Бонни и Клайд, они плохо кончили. А Шрек и Ослик, да? Да. Шрек и Ослик, блин, я не смотрел Шрека. Не смотрел Шрека? Нет. Ну, ты примерно представляешь этих героев? Я представляю, примерно, да. То есть там вечно прикалываешься Ослик и Шрек такой. Я значит, Ослик, да, скорее всего, буду в этой сценарии. Я согласен. Я могу сказать, что это история отношений, которая развивается 8 лет, и она... Часто непростая бывает, но все равно мы вместе. И я очень расстраиваюсь, когда, например, вот я думаю, вот Excel, Rose и Slash. Я думаю, ну мудаки, ну зачем вы распались? Ну вот зачем? Вот надо было вам вместе дальше делать. И я как бы вот... Подожди, 8 лет это не срок, может быть, еще. Да, все может быть, конечно. Но вот я понимаю, что, конечно, ну как бы вместе бывает, вместе круче делать какие-то вещи. Но это при этом не должно останавливать от личного развития. То есть отношения должны быть двигателем вперед, а не назад. В прошлом году там Airbnb стал стоить больше, чем вся группа компаний Marriott, по-моему, там были лидерами. Все. Как бы это чуваки, у которых нет своих активов. Физических, я имею в виду. Да, их активы виртуальные. Они делают вот эту штуку круто. И они лучшие. То же самое произойдет, я думаю, с другими людьми, то есть и с компаниями в целом. Я думаю, что компании будут очень разнообразными. Я жду, что лет через 5 примерно будет наплыв новой школы. Новые школы – это будут ребята, которым 23-25 лет примерно. Они будут очень агрессивно настроены, они будут разрушать всю старую школу, класть ее, на чем свет стоит просто, и провозглашать новый подход. То есть вы будете бороться с самими собой там 6-7 лет назад, да? По сути. Почему? Ну, вы такие же были ребята. Школа. Ну, да, типа нас когда-то. Потому что когда мы были такие.
Мы пришли и сказали, все говно. Все говно, это просто не работает, это жесть. Это абсурд, это бред, так нельзя. Блять, как может в обучении не быть результат? Вообще как, ребята, вы о чем? Ребят, хорошие стартапы, у вас есть результаты какие-то? У вас 1000 человек заходит, 1000 человек умирает. Вы вообще о чем? Алло, по щекам. Вот надо так. И придут такие же. Придут такие же, но новые, которые так будут говорить. По щекам вам бить. Ну, типа того. Я думаю, что они нас будут любить, мне кажется. Они будут говорить. Вот из всей старой школы, вот крутые они. Потому что они в искусстве. Потому что они знают свое дело. Я понял тебя. То есть искусство, оно не умирает, да? Я думаю, что искусство не умирает. Поэтому туда двигаешься. Искусство в каком плане? Искусство, когда человек воспринимает свою деятельность как нечто, что он постоянно улучшает. Когда у него есть ключевая компетенция, которую он оттачивает. Под искусством я понимаю совершенно разное. Это когда какая-то компания что-то делает очень хорошо и понимает это. Тигры или панды? Ну, мне нравятся тигры, но это чисто вот такое. Как знаешь, любимчик есть? Да. Как есть любимчик? Панды тоже классные. Я не знаю, как ты это сделаешь, но мог бы ты подписать нам эту панду? Я даже могу вам книжку разыграть, отдать. Класс. Оп. Не знаю, было похоже, что мне кидали панду, а не я ее сам себе. Сейчас разыграем ее, плюс книгу Петра Осипова с его автографом. Книга называется «Самонаблюдение». На панде он, кстати, также оставил свой автограф. Что нужно сделать? Подписаться на наш канал, включить колокольчик, поставить, разумеется, лайк этому видео и написать комментарий, какой тренинг вам больше всего понравился и почему. Желательно, чтобы на этом тренинге вы были лично. Но если вы, как сказал Петр Осипов, имеете своеобразный повод для гордости и не посещаете тренинги, то расскажите, почему вы так делаете. Будет очень интересно почитать. Но через какое-то время я выберу 2 самых классных комментария, и кто-то получит панду, а кто-то книжку. Кстати, в конце комментария напишите, что вам больше хочется, пандочку или книжечку. На этом все, друзья, сезон окончен, мы с вами прощаемся, уходим в небольшой отпуск и увидимся уже в конце августа. Но чтобы вы не скучали, я оставил плейлист с лучшими интервью French TV, посмотрите, вдруг вы что-то пропустили. Всем классно отдохнуть, до встречи, пока!